Итак, всем привет. Надеюсь, меня слышно из-за ветра. Нахожусь в Мариуполе. Вот, кстати, мой поезд в Мариуполе. Сейчас он будет уже Мариуполь Киев. Что могу сказать? Город сильно улучшился в плане транспорта. Домам нужен еще капитальный ремонт, согласен. Но транспорт в Мариуполе сильно улучшился. Новые троллейбусы Днепро, новые троллейбусы, автобусы производства МАН, которые имеют кондиционер, наклоняются на один бок. Они смотрятся очень красиво, и внутри них работает кондиционер. В них ездить реально комфортно. Киеву стоит поучиться. Мариуполь сильно увеличил, сильно улучшил качество подвижного сустава. Находится море, я на море уже был, купался немного, Азовское море. Все нормально, вот так как вода, можно купаться, сезон моря открыт. Вот вагоны УЗЭ, их что-то так раскидали, это мой поезд 9, скорее всего, вон еще вагоны. Я надеюсь, меня слышно из-за ветра. Вот там стоит электричка, скорее всего, Мариуполь-Волновахра, ЧС-2. По транспорту, Мариуполь, это Европа. Троллейбусы новые, автобусы новые. У них есть кондиционер, обогрев. То есть они наклоняются на один бок. В троллейбусах МАН даже есть новые такие экраны для навигации. Показывают свою текущую остановку, маршрут. Мариуполь очень сильно обновил, по сравнению с предыдущим моим приездом, Мариуполь очень сильно обновил свой подвижной состав. Молодцы. К транспорту придирок нет. Трамвай. Трамвай до сих пор есть в основном Татры. Но они все ухожены, не текут. Собственно, вот что нужно. Продолжаю прогулку про прогулку по вокзалу Мариуполя. Я еще это честно тянул. Справа какие-то старые вагоны. Не ухожены. Честно, я не знаю, что это за поезд. Слева видно поезд, я только что посмотрел по одной табличке в окне. Когда-то хотел на нем ехать, кстати. Это Мариуполь-Львов, один из самых длинных маршрутов, один день 7 часов пути. Все понимаю, но выдержать целое больше суток в таком поезде, это очень тяжело, наверное, откромешнее. Вагоны старые, один вагон порисован, я думал, что они списаны вообще. В общем, поезд ужасный, если честно. Вагоны старезные, как мы видим. Покраска обгоревшая в некоторых вагонах, такая голубая, то есть видно, что покрашено было очень давно, и видно, что вагоны все грязные, то есть это скорый даже, самый обычный скорый поезд, он дешевый, я согласен, но это же капец. Это Мариуполь называется. Вы посмотрите, сколько ржавчины. Посмотрите, какой он грязный. Я не буду сейчас идти другой, наверное, сторону показывать вам. Этот вагон еще за это останники. Может быть, их перед управлением. Но эти вагоны, это жесть. Они ужасны. Грязные, ржавые. Даром мне говорили, что этот поезд не прибыльный. Он дешевый, но дорогим его с таким подвижным составом не сделаешь. Вон там стоит ЕД-2Т. Все время хочу ехать. ЕД-2Т. Такие она смотрится лучше, чем вот это вот. Я не знаю, какое депо. Судя по тому, что он просто, скорее всего, там в Мариупольской депо.
ну, Мариупольский поезд. Похоже, через начал ехать. А может, нет. Поезд Киев-Мариуполь номер 10 подается на посадку. Это поезд, который я буду ехать домой в Киев. Ой, перед первым, скорее всего. Это плацкарт. Вот мой девятый.